Здравствуйте! Приветствуем вас от имени канала Дженни and Рейн. Спешат часы, проходит старый год. Шуршат его последние страницы. Пусть лучшее, что было, не пройдет. Пусть худшее не повторится. Следующий год – год лошади. Она мчится так быстро. Мы желаем вам, чтобы ваши удачи приносились к вам с такой же скоростью, как бежит эта лошадь. Лошадь! Существо умное и трудолюбивое. Желаем вам быть такой же, как она. Пусть Новый год придет вам в дом и счастье с радостью побольше принесет. Пусть этот день надолго запомнится и все заветные желания исполнится. Пусть Новый год счастливым будет, веселым, добрым и непременно заводным. Пусть в этот Новый год любовь к вам придет, а старый год печали все с собой заберет. Желаем вам встретить этот Новый год с людьми, которых вы так сильно любите. Ведь как Новый год встретишь, так его и проведешь. Чтобы у вас в доме стояла такая большая, пушистая, зеленая красавица. И чтобы утром 1 января вы нашли под ней подарки, которые вы так сильно хотели. С Новым годом, наши любимые подписчики! Серии будут выкладываться 2 раза в неделю. И мы обещаем вам сделать наши серии интереснее, лучшие по качеству и побольше клипов. Спасибо вам большое, что вы смотрите наш сериал. Как наши подписчики, так и просто любители нашего канала, также посетители YouTube. И спасибо тем подписчикам, которые находятся у нас в группе ВКонтакте. Оставляйте побольше комментариев, нам очень приятно их читать. Так как мы снимаем наш сериал летом, а начинаем выкладывать его только в сентябре, поэтому зимой серии летние, а летом могут быть даже и зимние. Но в этом даже есть какой-то плюс. Зимой вы будете вспоминать жаркое теплое лето, а летом холодную прекрасную зимушку, когда вы катались на коньках и пили горячий кофе. Нам самим очень нелегко приходится, потому что мы живем в разных городах. Правда, зимних серий будет не так много, наши каникулы не совпадают, но мы все равно постараемся делать их побольше и поинтереснее. Продолжайте смотреть наш сериал. Мы очень вас любим, мы стараемся для вас. Как вы заметили, в нашем сериале не только обыденные жизненные проблемы, но также и магия, и история разных планет. Мы пытаемся научить в нашем сериале толерантности к разным видам рас, да и к разным видам людей. Многим не нравится то, что у нас присутствуют разные истории любви. Но мы стараемся всем угодить, а как говорится, всем не угодишь. В общем, кому что-то там в этом не нравится, то, что у нас мальчики, девочки... то это просто стоит проглатывать, так как мы стараемся для всех любителей нашего канала. Мы стараемся показать жизнь, как она есть на самом деле. Кто-то за, кто-то против, кто-то нейтрален. Да, и думаем то, что вы нас тоже в этом поддерживаете. Ведь нам тоже не просто приходится все это оборачивать. Да, ведь наших героев так много. И не всех получается уложить в одну серию. Да и придумать всегда, не всегда можно все сразу. Да, в некоторых сериях у нас просто диалоги, как наши герои разговаривают между собой. Но в этих диалогах тоже можно прочуять очень много интересного. Да, также в диалогах очень много информации о прошлой жизни, также о будущей, которую мы не снимали. Как вы заметили, наш сериал вышел только 2-го сезона. Первый мы не решили выкладывать. Поэтому многое во 2-м сезоне указывает на 1-е. Слушайте наш сериал, будьте в курсе событий. С Новым годом вас!